Место скучному ожиданию в зале ожидания Самарского вокзала сегодня не нашлось. На протяжении часа десятки человек коротали время под песни и танцы. Самых маленьких пассажиров развлекали аниматоры. Танцы понравились, песни понравились, хорошо. Ежегодно услугами российской железной дороги пользуются порядка 5 миллионов человек по всей России. С каждым годом условия поездки стараются сделать более комфортными, а поезда – более вместительными. Обыкновенный поезд у нас в среднем перевозит порядка 500 пассажиров, да? Двухэтажный – в два раза больше, около 1000. Вот. Причем там вагоны сами по себе новые, точно так же можно будет спать, есть и так далее. Тем, кто вернулся из поездки или только в нее собирается, настроение сегодня поднимали не только певцы и танцоры, но и сами железнодорожники. Около 50 человек в форме вышли на флешмоб. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.